Это должно быть в каждом доме. Тяжелый, холодненький. Это всегда приятно. Прям, видимо, разглаживает морщинки. Я один раз себе натерла прям до ран. Его можно назвать именно спортзалом для лица. Ну, выглядит, кстати, эффектно. Oh, yeah. Всем привет! Эта серия будет полностью посвящена красоте. Я вам расскажу о лучших бьюти-девайсах. И прошу заметить, эта серия не коммерческая. Все эти бьюти-гаджеты я купила за свои собственные деньги. Типа могла за чужие, но купила за свои. Мне не хватает совсем немного подписчиков для того, чтобы я получила свою первую серебряную кнопку. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, и я буду продолжать много интересного снимать для вас. И по традиции, как только у меня будет 100 тысяч, мы сделаем серию, где я отвечу на самые неудобные вопросы. Вы на канале «Будь Гоцей»! Поехали! Существует очень много домашних гаджетов по уходу за собой. Основная часть из них направлена на лимфоотток, улучшение кровообращения, работа с мимическими морщинами, приток крови, расслабление мышц и зажимов, а также для того, чтобы приводить мышцы в тонус. Начнем с роллеров. У меня их сегодня есть 6. Я расскажу о каждом и чем они отличаются. Классическая Рифа – это японский бренд, который изначально придумал такой роликовый массаж, и они запатентировали эту технологию. Есть у них такие отличия. Можно увидеть, что каждый Рифа обладает такими рифлеными сферами. Этот маленький предназначен для зоны лица, он имитирует ручной массаж. Называется он Рифа Карат S-Ray. Также здесь есть вот такая вот насадочка, наконечник для акупунктуры, которым я не пользуюсь, потому что этих точек я не знаю. Я что-то там пыталась себе тыкать, но могу сказать, что для меня этот наконечник не функционален. Для того, чтобы начать пользоваться любым гаджетом, вы должны изначально очистить лицо. Очистили лицо, сделали тонизацию и обязательно используйте что-то для скольжения. Я не люблю использовать масляные основы, мне нравятся сыворотки, мне нравятся маски, которые не супер плотные, не супер жирные, не скатываются, либо какие-то флюиды. Вот это даже no-name бренд, который я купила когда-то, но сама текстура вот такой вот гелевой, вот такая вот должна быть текстура, если понятно, о чем я, да? Ну, то есть она не масляная, она гелевая, но в то же время достаточно плотная для того, чтобы быстро не впитываться. Также Рифа, конечно, заботится о своем клиенте и делает специальные вот такие вот гели, которые быстро заканчиваются, и потом ты все равно покупаешь аналог. Говорю, как есть. Этот Рифа Карат S-Ray стоит сейчас 8000 гривен без 50, 7950 гривен, и у него есть старший брат, более дорогая модель, стоит она на порядок дороже, 9900 гривен. Отличие между ними небольшое, разница в диаметре сферы 2 мм, ну и у этого бренд-амбассадором является Роналду. Я думаю, что как раз стоимость этого гаджета отбивает его гонорар. Только поэтому сказать вам, что берите дороже, потому что дешевле менее эффективен, я не могу. Расскажу сейчас, почему у меня их два, потому что когда я получила вот этот вот, я подумала, что это дорого с ним летать, обязательно где-то его забуду, и взяла себе вот такой вот подешевле. Этот у меня раньше, когда я летала, он у меня был дорожный вариант, а этот всегда оставался дома. Вот, потому что у меня было до этого еще несколько, которых я удачно потеряла. Модель Карат, она используется, в принципе, исключительно на лицо. Если ты возьмешь просто Рифу, то это используется больше на тело. Ей можно делать массаж рук, ног. Я, допустим, люблю детей. Всегда все массажи мы делаем в полулежачем, либо лежачем положении. Как я уже сказала, лицо должно хорошо скользить, вы можете нанести сыворотку или маску. Все движения у нас всегда от середины лица к периферии, и мы проводим по массажным линиям. Ну, очень классно вообще, в принципе, для себя выучить основные массажные линии, вы их можете использовать в самомассаже или с работой с любым девайсом. Всегда рекомендуется начинать все-таки с подбородка и уходить в периферии. Одна часть, вторая часть, глаза и лоб наверх. Принцип работы роликовых массажеров плюс-минус одинаковый. Я бы не гналась за самым дорогим, всегда можно найти аналог не менее достойный. Вот здесь единственное, что нет вот этих рифленых сфер, которые якобы добавляют лимфоотток и прорабатывают лучше, но в принципе этим я также довольна.
интересный вариант. Взяла его на тест для того, чтобы понимать, потому что многие спрашивают, чем им заменить рифы. Я понимаю, бюджет этого девайса достаточно высокий. Вот, можно заменить таким качественным. Это Skin Gym. Этот стоит в районе 2000 гривен. И такие же есть в Body Shop, они тоже достойны вашего внимания, они тоже хорошие. Единственное, которые мне не понравились, я брала их на тест, это Mimiso. Они совсем из пластика, он облущивается, и даже у некоторых девочек, потом мы уже это обсуждали с подписчицами, были аллергические реакции на лице. Вот, настолько он некачественный. Вот, здесь выполнено из, я так понимаю, из стали. Тяжелый, холодненький, это всегда приятно, и можно точно так же лежа по сыворотке, по массажным линиям. Основная задача — это от середины лица делать кровоток себе. Мы никогда не возвращаем так же, вы же понимаете, да, если вот делаете вот так, то будет не очень хорошо. Всегда работаем чуть-чуть наверх и в сторону. Одну сферу можно отлично приспособить для лимфооттока в области вокруг глаз. Но для этого лучше уже тогда иметь вот такой роллер каменный. Они есть кварцевые, они есть аметистовые. Ничего от этого не зависит, какой цвет вам нравится, то и берите, потому что, по сути, разницы в камне нет совершенно, я имею в виду воздействие. Работаем мы таким роллером также 10, 12, 15 минут максимум. Работаем от середины лица. Это очень доступная вещь, стоимость его около 1000 гривен. Не зависит, какого бренда он будет. В общем, совершенно. Покупала я дорогой такой, дети его разбили на две части ровно через два дня. Потом я покупала по типу что-то с AliExpress, и работали не точно так же. Вот такой кусочек камушка надет, продет, нанизан на металл, и он выполняет такие вращения. Очень классно, когда вы начинаете пользоваться, и он еще холодненький. Работаем мы точно так же. Сначала всегда снизу, мы переходим все выше и выше. Его единственная эффективность – это то, что он продавливает тебе лимфу, убирает немного отек. Ну, то есть, в принципе, если взять вот так вот два пальца, да, и делать себе точно так же массажными движениями, можно то же самое выполнить. Но с девайсом это делать удобно, когда смотрите телек или ходите по дому. Я, если очень тороплюсь, то я этим занимаюсь прямо на ходу. Вот. Хотя я говорила, что нельзя, что надо лежать. Так это я про рефу говорила. Также можно использовать любую гелевую маску под низ. Наносите эту маску, надеваете на себя, и холодненьким этим роллером из холодильничка очень приятно. В принципе, вот честно, это должно быть в каждом доме. Эта вещь очень доступная, и если делать, вы будете видеть эффект. Конечно, если купить любой из самых дорогих гаджетов и положить его просто на полке, он все равно работать на вас сам по себе не будет. Вот этот вот я точно рекомендую каждой девушке. Скребки гуаша, они выполнены из камня, пришли к нам из Древнего Китая. Это очень старая техника массажа, сейчас мы можем ее повторять. Она стала супер современная, очень много открылось таких фейс-баров по всему миру, где используют именно скребки гуаша и какие-то вот такие домашние доступные девайсы для быстрых процедур. У меня их два, один от какого-то предыдущего роллера, который разбился, второй вот шел в комплекте с этим фиолетовым. Навредить себе очень сложно. Практически невозможно. Главная задача – это получить лимфоотток, улучшить микроциркуляцию и скульптурировать овал. Также говорят, что они разглаживают морщины. Честно, этого я не замечала. Для этого, мне кажется, есть более действенные и эффективные. Вообще, в принципе, когда вы выбираете домашний девайс, список показаний один и тот же. Плюс-минус они используют одни и те же наборы слов. Когда я сейчас пыталась подготовиться к съемке и разделить их по каким-то спецификациям, то я поняла, что это сделать крайне сложно, обещания везде звучат одинаково. И мягко подбираемся, да, это очень умный девайс, это роллер массажный, опять-таки с сферами, и на другой стороне у него есть имитация гуаша. Этот стоит в районе 10 тысяч гривен. По сути, это вот такой вот девайс, два в одном, можно иметь вот так, можно иметь один. Переходим к более тяжелой артиллерии, это микротоки. Один из первых моих любимчиков, который у меня появился, это New Face. Ему уже, по-моему, года 4 у меня. Курс при покупке рекомендованный, это 60 дней, вы пользуетесь ежедневно. После этого вы переходите на частоту 3 раза в неделю. Также, опять-таки, у этого бренда есть специальный гель-проводник, или может подойти любой гель-проводник. Главное, чтобы он был не на масляной основе. New Face – это микротоки.
То есть это зарядка для ваших лицевых мышц, и, соответственно, он улучшает выработку коллагена и эластина. При его использовании появляются небольшие такие спазмы и немножечко даже сокращение мышц, но не сильно глубокое. То есть он, мне кажется, достаточно безопасный. Не могу пропустить противопоказания. Это если у вас есть нити, филлеры, ботокс, он ускоряет их выведение, то есть это такие противопоказания, которые, в принципе, если вы заплатили деньги за какие-то дорогие качественные процедуры по коррекции овала лица или по коррекции лица, то имейте в виду, используя любые микротоки, вы всегда ускоряете их выведение. Или, опять-таки, он может хорошо помочь, если вам плохо вкололи ботокс, вы можете быстро очень рассосать его именно вот такими вот девайсами. Я бы, конечно, хотела сказать, что любые кардиостимуляторы, беременность, онкозаболевания или заболевания щитовидной железы, поскольку они все-таки рекомендуют прорабатывать им шею, тоже являются противопоказанием. Все электрические девайсы имеют одно общее противопоказание – это проблемная кожа, это высыпание, если открытые раны на лице, герпес, конечно же, вы не пользуетесь такими девайсами. Есть вероятность того, чтобы разнести все это по всему лицу. Техника выполняется точно так же, вы наносите гель-проводник, и после этого такими же движениями, не спеша, здесь стоит таймер, вы работаете 5 минут на каждую сторону, все, на этом вы свободны. Улучшает кровообращение, может появиться легкая краснота, сходит отлично отек, если такой есть. И где-то у меня даже вот такая вот насадка специальная для глаз есть. Вот так вот можно снять. Этот я использую, эту насадку для лица и шеи. А эту насадку я использую для зоны в области глаз. Классная штука, я очень довольна. Получила ее на 8 марта. От своего семейства, когда только начинала свою бьюти-блогерскую карьеру. Остерегайтесь подделок. Свой я заказывала в Америке. Мне его привозил, кто-то привозил, в общем, из знакомых и друзей. Официального представительства в Украине либо в России я, к сожалению, не знаю. Рекомендовать, где его купить, не могу. И их маленький малыш, который появился совсем недавно в линейке New Face, я им пользуюсь с огромным удовольствием. Он для зоны вокруг глаз. У него намного меньше разряд, то есть токи. Здесь также стоит таймер, его можно использовать зонально, с любым гелем, с сывороткой. Возможно, у вас есть своя сыворотка, не обязательно оригинальная, которую вы хотите, чтобы она глубже проникала. Вы можете работать с каждой зоной ровно столько, сколько работает таймер, и после этого делать смену. Вот, с ней хорошо работать с носогубкой, зоной вокруг глаз и межбровкой. Очень удобный малыш. Знаете, в чем еще фишка? Тем, что вот этой штучкой действительно можно играться за рулем. Не обязательно ложиться, можно просто помазать, можно использовать в самолете. Также убирает отеки и прям видимо разглаживает морщинки. То есть в каждую морщинку вы, если добавляете еще какой-то бустер, ампулу и прорабатываете, то останетесь очень довольны. И новая разработка в сфере бьюти-гаджетов домашних – это Pur-Lift. Многие им интересуются. Это уже миостимуляция. Он проникает намного глубже, дает сокращение мышц, то есть его можно назвать именно спортзалом для лица. Когда вы выполняете процедуру, вы видите конкретное сокращение мышц, может дергаться глаз, шея, уголки рта, это нормально. Основная задача этого девайса – это подтяжка лица и скульптурирование лица. Также есть противопоказания, они в принципе такие же, как New Face, это беременность, это акне, это открытые раны, герпес, кардиостимуляторы, новообразование и проблемы с щитовидной железой. Это домашний девайс, его мощности достаточно для того, чтобы держать лицо в тонусе. И вот так выглядит профессионально. Я его купила в Лондоне. Конечно же, зачем я купила два, если у меня есть один? Для того, чтобы понимать, в чем отличие, и давать вам рекомендации. Стоит переплатить немного больше и купить Pro, или можно остановиться на домашнем. Можно остановиться на домашнем, потому что на Pro я не делаю на полную мощность, делаю ровно наполовину. Иначе мне сильно сокращает лицо, я не знаю, могу, наверное, что-то, я не профессионал и могу где-то что-то перекачать, сделать себе какой-то спазм, я об этом всегда переживаю. В общем, у меня вот такие страхи. Кстати, один раз вот я этим девайсом что-то сидела, увлеклась, и таймер сработал, что нужно было переносить на другую сторону, но я осталась на той же стороне, это было утром, и вечером я сидела, и у меня вот так дергалась бровь, ну, то есть я поняла, что я перестаралась. Вот, для того, чтобы это больше не случалось, я просто использую своего малыша. Кстати, есть очень много мест по миру, которые используют это сейчас
в своих фейс-барах, непосредственно я знаю такие в Лондоне, в Москве, в Киеве. Вот, можно всегда сходить, попробовать, потестить, чтобы вам сделали с ним процедуру, и тогда уже принять решение, если вы хотите его покупать. Идем дальше. Что же у нас осталось? И достаточно хайповый массажер, который придумала визажист Джиллиан Демпси, которая говорит, что подготовка к макияжу не менее важна, чем сам макияж. Она перепробовала множество девайсов и придумала свой. Он называется Gold Bar или T-Bar тоже. Это вот такая вот палочка по своему крему, по своей сыворотке. Она еще вибрирует вот так проворотом, ее можно включить. Вот, он заработал. Главная задача этого массажера – увеличить лимфоток и подготовить лицо к макияжу. Никакой особенной системы нет, нет техники, опять-таки все от середины лица, мы двигаем наверх, проходим все лицо, получаем красивый оттенок кожи из-за того, что чуть-чуть увеличивается микроциркуляция и отходит лимфа. Вот. Делает она, я рекомендую делать ежедневно, просто перед тем, как вы начинаете наносить свою тональную основу, то есть при подготовке к макияжу. Все. Вообще, вот это фантастическое движение, очень рекомендую присмотреться. Не имеет значения, закажете вы за $200 или аналог. Суть работы, ну, конечно, наверное, вот будет отличаться сам металл от оригинала. Но понимаю прекрасно, что сейчас его будет крайне сложно в режиме карантина привезти из Америки. Поэтому есть аналоги, ищите, смотрите. Я потестила несколько, они, в принципе, плюс-минус все одинаковые. Вещь хорошая, рекомендую. И если мы уже заговорили о стимуляции кровообращения, есть вот такой вот еще интересный роллер, который имеет неинвазивные грани. Вот такие вот иголочки, но они мягкие, да, это не микронидлинг. Это просто вот такой роллер, которым вы можете точно так же увеличить кровообращение. Когда мы это делаем по любимой сыворотке или крему, мы всегда улучшаем проникновение компонентов внутрь. Нужно понимать. Главное, запомните, что даже вот таким вот роллером не нужно сильно нажимать, чтобы себя не травмировать. Потому что если делать долго на одном месте, то есть должно буквально быть по 3 раза, давите среднее по каждой зоне. И все, это все выполнять рекомендуют ежедневно. Никаких особо проблем он не решает, кроме того, что просто дает прилив крови к лицу, улучшается цвет, ну и, соответственно, любые вот такие вот покалывания, они, в принципе, если у вас нет противопоказаний в плане высыпаний, то они могут быть полезны. Чудо не ждите, не могу назвать его самым приятным или комфортным, но вот он тоже имеет место быть. Скажу честно, пользовалась раз 10. Я не знаю, он мне просто неприятен. А дальше у нас приятности. Есть мой любимый способ сделать себе криопроцедуру. Я о нем вам говорила. Посмотрите серию «Как сэкономить на красоте». Очень полезная серия. Но, конечно же, есть люди, которые разработали для этого специальные девайсы. Вот такие вот криостики от Белоджик. Вот, вот такие вот умные и вот такие вот сейчас супер популярные сферы. Не могу их не показать. По мне вот эта вот вещь совершенно небезопасна. То есть я помню, что мои дети очень быстро разбили вот такой роллер. То, что бы они сделали с этим, я даже представить не могу. Но ведь есть не у всех. И кто-то любит отдыхать красиво, скажем так. Их нужно держать в холодильнике. Задача в том, что холодными сферами вы проводите себе по лицу. Не очень это удобно. Все равно у меня какая-то паника перед тем. Я просто знаю свои способности. Я всегда что-то бью, поэтому, ну, выглядит, кстати, эффектно. Вот, если вы все-таки сторонник безопасности, есть вот такие вот криостики, которыми можно также одеть любую маску и дать себе отдохнуть. Они будут холодные, с холодильника или с морозильника, они очень долго отдают холод, и ими водить по массажным линиям. Основная задача всех криодевайсов – это приводить кожу в тонус. Но для тех, кто любит экономить на красоте, смотрим серию и просто кладем обычные столовые ложки в холодильник, они работают совсем не хуже. Ну и вдруг нас смотрят мужчины, теперь вы точно знаете, какой подарок подарить вашей девушке. На завершение, сейчас я посмотрю, что мы не рассказали. О, мне осталось еще несколько интересных девайсов для вас. Один из них – это OxyJet Go. Есть такая салонная процедура OxyJet. Это когда коктейли посредством кислорода вбивают в морщинки. Под глаза, носогубка, межбровка. И не так давно эта компания выпустила вот такой дорожный вариант
Подайте мне, пожалуйста, розеточку, я покажу, как он плюется кислородом. О, есть. Мы его включаем. Вот он включен. И вот так вот. Вот так вот мы себе вбиваем эти сыворотки, хорошо смазав эту область. Процедура не занимает много времени, то есть смысл в том, что сыворотка проникает глубже. И можно включить второй режим, это беспрерывная подача воздуха. Все мы прекрасно помним, нет, наверное, не все такие старые, как я, но были времена, когда кроме мезороллеров, в принципе, в доступе ничего не было. Я помню эти времена, ходила еще тогда к косметологу на процедуру, потом взяла себе домашний мезороллер в уход. Это такие маленькие иголочки, которыми мы травмируем лицо, тем самым вырабатываем, делаем маленький стресс, этот маленький стресс провоцирует уплотнение кожи. Вот. В моем уходе уже много лет такой микронидлинг. Это запатентированная технология Genosys. У них, вот я вскрываю новый, в каждом наборе, вот есть вот такие вот наборы, iCell называется, да? Ну, то есть, как ни крути, не могу не рассказывать про весь набор, но рассказать про вот эту вот систему, когда вот такие крохотные иголочки . Задача в том, что вы наносите гель, после этого вы улучшаете его проникновение. Нужно быть очень осторожным. Вот сказано 5 раз проводить по одной линии, 5 раз и проводите, потому что я 1 раз себе натерла прям до ран. Так старалась, что у меня получились просто раны под глазами. Это в начале моей карьеры бьюти-блогера. Я очень старалась и очень тестировала. Можно также его использовать на межбровку, то есть вы используете любую сыворотку, или есть во многих брендах даже вот такие ампулы, которые можно использовать как инъекции, можно использовать как уходовые, с гиалуроновой чистой кислотой. В общем, выбираете любые ампулы, наносите их и улучшаете проникновение. После этого не забудьте обязательно протереть его хлордексидином, спиртом, положить в укромное место. И перед использованием также вот так вот закрываем. Кладем, и перед использованием точно так же обязательно обработать его. В этом наборе также идут патчи специальные, вы после этого патчи с пептидами наносите. Ну, то есть эффект для первых морщин, вот у кого они только появляются, скажу, что это очень эффективный набор, вам очень понравится. Но главное не переусердствовать. Скажу честно, последнее время я этим не увлекаюсь. Все равно вероятность того, что вы где-то себе нарушите кожу, и у вас там появится герпес или еще что-то, ну, то есть много-много разных вещей. Вот я перестала использовать любые вещи, которые могут травмировать мою кожу. И, конечно, самое приятное, как завершение любой процедуры, которую вы делаете, это LED-маска. LED-маску можно найти в интернете, смотрите просто на длину волны. У меня LED-маска, которая светит красным, синим и желтым светом. Красный – это анти-эйдж, синий – это успокаивает кожу. Брала ее с расчетом на то, что если пригодится подросткам и мальчишкам. И оранжевый свет – это цвет кожи, пигментация, осветляет. Могу сказать однозначно, что эффект есть, если делать это на постоянной основе. Возьмите себе за правило, что каждый день вы включаете, здесь стоит таймер. Конкретно какого-то производителя я рекомендовать не могу, сама выбирала просто по характеристикам в интернете. Обязательно напишите в комментариях, какими домашними бьюти-гаджетами пользуетесь вы. Мне было бы очень интересно прочитать и, возможно, что-то новое для себя потестировать. Также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал «Быть Гоцей». До встречи через неделю! Oh, yeah.